Всем огромный привет! Сегодня мы с вами готовим сочные котлеты в болгарском перце. Приготовим вкусную котлетную массу. Для начала замочим 2 ломтика белого хлеба или батона. Обрежьте корочки. Хлеб замачиваем кипяченой водой. Любым удобным способом измельчите 2 чесночных зубчика и 1 головку репчатой луковицы. Я сюда же добавлю отжатый хлебный мякиш. Возьмите 500 граммов готового фарша или приготовьте его сами. Сюда же отправляем лук, чеснок и измельченный хлеб. Добавляем 1 яйцо и 3 столовые ложки соевого соуса. Немного черного перца. Перемешиваем фарш с остальными ингредиентами до однородной массы. Если фарш, на ваш взгляд, получается жидким, добавьте 2-3 столовые ложки панировочных сухарей. Я использовала говядину, поэтому меня полностью устраивает консистенция фарша. Болгарский перец моем, очищаем от семян и нарезаем на кольца около сантиметра, можно чуть поменьше. Разделочную доску застелите пищевой пленкой и присыпьте слегка мукой. Колечки перца заполняем фаршем. Зафаршированные колечки перца панируем с другой стороны и выкладываем на разогретую сковороду. Обжаривать будем с двух сторон на умеренном огне. Для надежности накроем крышкой. Аккуратно переворачиваем и продолжаем обжаривать с другой стороны, также под крышкой на тихом огне. Вкусные и красивые котлеты в перце готовы. Всем приятного аппетита, хорошего дня и до новых встреч в следующем видео.